Перед началом этого видео подпишись на этот канал. Этот канал снимает про ТикТок. Тут очень красивые видео и нормальные. Но мы приступаем к видео. Поздравляю вас, здоровая девочка. Спасибо, я так рада. Вы можете идти домой. У нас здоровье. Какая разница, здоровье или нет? Главное, пацана. Да у нас мальчик. Вот и хорошо, пошли домой. Дома. Прости, милая, я в командировку. В день родов. Я назвала ее Юни. Я воспитывала ее, учила ходить. Кормила ее. Вот так моя Юни росла. Все было бы хорошо, но в один день. Стук в дверь. Привет, милая. Я приехала и хочу посмотреть на нашего сына. Что это за чмо? Пяля, ты вернулся из командировки. Так, где мой сын? Понимаешь, его нету. Вот этого мне не хватило. Вот чтобы ты должен был занять все пространство.
на первый раз. Я наоборот показал, что он так много все сделал. Пожалуйста, хватит ее бить, она сейчас умрет. Ладно, но она это заслуживала. Заслужила. Дочка, прости меня. Через несколько дней. Милый, я в МГС. Папа, я хочу кушать. Слушайся сюда, звали с моего дома. Дома. Юни, зайка, где ты? Выгнал. Да как ты смеешь? Что ж ты за отец? Ты вали к ней и не возвращайся. Юни, крошка!
Простите, а вы кто? Это я, Дженни, из школы. Дженни, заходи. Крошка, все хорошо, успокойся. Вот так, хорошо. Спи, зайка. Что с ней случилось? Почему она вся в шрамах? Рассказывай это. Мы жили вместе 2 года, а потом он сделал мне предложение. Мы были в парке, тут это прошлое. Доча? Пепе, только не бей меня. Не подходи к моей дочери, иди ты ж. Но никаких, но я не прощу то, что сбил ее, чуть не убив. Ну а на этом все. Всем пока, с вами была Тоша Коша. Всем пока-пока.